Всем привет, ребята. Сегодня мы едем в Томонтаж делать охранно-пожарную сигнализацию. Какая информация? А у тебя двухкилоумных нет, только это килоумные скручиваются. Сам сумки есть. Нет, про разные ребята. Я сказал, кто шнуру морду набьет, кто шнуру рожу набьет, тому 5 миллионов дают. Защищать судьи будут. А за что? Не знаю, с кем они там наплевывают. Так уж гадные новости просто. Ну, сейчас, знаете, такие вот новости пошли. Сейчас на Украине весь выборы идут. Там сейчас дебаты планируют на каком там стадионе на Украине, в Киеве. Зеленский и Порошенко, блин. Там один билет стоит, я не знаю там сколько вообще. Да. Несколько лет, недорого, 500 билет по нашему. Да, там. 7 там. Долларов, что ли? Там же эти, вот, смотрю, клоны сайта уже пошли уже. Уже билет уже сам продают. Прикольно тоже, там они анализы сдавали перед дебатами. Мочи там и крови. Президенты тут вообще анализы сдают. Современная политика – это что-то своеобразное. Из каких-то клоунов выходит президент. Это вообще… КВНчик, да? Да, КВНчик. Зеленский, наверное, президент. Видишь, он свой бизнес создал там на Украине какой-то там. Он с 2017 года изучил украинский язык, потому что, будучи президентом Украины, он должен знать украинский язык. Закон. Если ты идешь в президентом Украины, конечно. Страну представляют два человека. Президент и иностранный президент. Юрий Самов говорит. Когда нужен этот километраж? 0 километров в час. Вон загорелся. Да. А может вчера эта ошибка и была такая? А, нет, я видел. Он где-то контакт что-то. Фига у нас скорость, блин. Мы газуем. С 0 до 100 километров в час. За 0,1 секунды. До разгона. Газуем. Гаишники там стоят. Нива какая-то. Газ дает. Форт. Здесь вот такая деревня. Между городом Сергач и Пильном. В этой деревне она немного ближе к Пильне, чем к Сергачу. Здесь дорога была вообще битая напрочь. Но в прошлом году вроде бы пленочку положили. Вот у нас закончилась дорога. Пошла плохая. Там, короче, знаешь что, вот этот вот, если какой-либо контакт где-то пропадает на этих вот датчиках, да. Он говорит, после зимы, вот, то есть соль, вот эта соль, вот на дороге, она влияет на вот эти разъемы все, вот, где-то там впереди, где-то вот там еще. Вот, где-то окисление идет. Он прям внизу от соли. Внизу датчик короткий стоит. Да, на дороге соль вот эта вот вся вот щелочь, соль вот эта вот, сок, она влияет. И вот, скорее всего, где-то окисление происходит, поэтому где-то контакт обрывается. Вот и все. Надо смотреть. Прям внизу на коробке стоит. Либо ты тяжеловато добираться. Вот так мы вчера тут
повозились немножко. Вот таблички выход, кнопочка стоит. Такие датчики здесь. Вот здесь вот торговый зал. Такой вот. Здесь провода. Здесь такие приемно-контрольные приборы стоят. Вот этот прибор у нас на охрану, а это у нас расширитель. Там уже начали красить. А? Красить уже там начали. Кашка вообще хана полная. Круглые такие вот это вещи. Thank you.
Окей. Как-нибудь и в этих. Чем-то сообразил. Я тут комментарии просто говорю. Вы здесь красить еще будете, да? Вот здесь вот, да? Потому что здесь вот потерки немножко остались. Так, красить, да? Вот здесь вот, да? Так. А там не вы делаете? Вы, да? Вот смотрите, вот здесь, правда, остаются. Такой блок питания и вэпер с двумя аккумуляторами. Здесь у нас вот такое вот соединение. Здесь имеется парное соединение. Плюс 12 вольт и минус 12 вольт. То есть минус 12 вольт имеется парное. И плюс 12 вольт имеется парное. Вот что интересно. Короче, при отключении электрической энергии вот сеть, если сеть мы вырубаем, вот сети у нас нету. Автомат мы вырубили, значит, получается. И